Три дня радовал ульяновцев своими знаменитыми балетами «Дон Кихот», «Копелия» и «Сотворение мира» Государственный академический театр классического балета, больше известный во всем мире как Московский классический балет. Многодневные гастроли балетной труппы посвящены большому событию. Наталья Дмитриевна Касаткина, одной из основательниц этого театра, в этом году юбилей, который она, так сказать, обзывает без 15-100, она цифры не называет, просто без 15-100. И мы отметили эту дату 5 октября в Кремле спектаклями «Сестрата», а открылись 12 сентября в Большом театре. И вот под этой шапкой без 15-100 эти гастроли проходят вот по России. Гастролеров принимал на своей сцене Ульяновский драматический театр имени Ивана Александровича Гончарова, который сотрудничает с Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности. Открыл гастроли самый радостный и яркий спектакль в афише больших гастролей – символ русского классического балета «Дон Кихот». Музыку к нему написал чех Людвиг Минкус, а первоначальную хореографическую версию предложил француз Мариус Петипа, главный балетмейстер российских императорских театров. Также гастролеры представили величайшую хореографическую комедию – балет «Копелия» Лео Делиба. Его часто называют последним французским романтическим балетом. И под занавес ульяновцы увидели балет, вошедший в историю русского танцевального искусства – «Сотворение мира» Андрея Петрова. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.